Внимание, направляем технику по автоматическому вызову. 1 бис в район выезда 3-й пожарно-спасательной части. Горит дом. Принял. Путь исследования наблюдаю зарево. Путь исследования наблюдаете зарево, 0318. Техника направлена по вызову 1 бис. По прибытию определитесь с рангом вызова. На месте вызова горит. Все, спокойными постройками, 5-й степени. 8 пожаров, 6. Вызов 1 бис подтверждаете, горит дом на дворной постройке, площадь примерного пожара 80 квадратных метров, 0322. ГИБДД к месту вызова направьте. ГИБДД к месту вызова направлено. Новый пожар, эвакуировали. 3 человека, 3 женщины. Проводим эвакуацию еще 2 людей. Новый пожар, свежий воздух. Эвакуировали 3 человека, эвакуируйте еще 2. Дальше. Ликвидация открытого горения, правильно вас поняла? Тушение пожара работает. 1 ствол Б с кровли, 1 ствол Б в окно 2-го этажа гаража, 1 на защиту соседних гаражей. Площадь пожара 30 квадратных метров. Ликвидацию пока не передает. Ликвидация, да. Ликвидация открытого горения 3-26.